considerând aceasta ca o Декабрь 1989 года. Румыния избавилась от Чаушеску. Многие лидеры Восточной Европы лишились своих постов в тот год. Но только в Румынии это сопровождалось вспышками насилия. Безумная ненависть народа к диктатору привела к убийственному вооруженному столкновению с охранявшими его фанатично преданными членами тайной полиции Секуритате. Через 24 часа народ Румынии выиграл свою первую битву. Чаушеску не смог улизнуть в бункер под садом его дворца. Он пытался бежать, но был схвачен и казнен вместе с женой. Кем были эти люди, для которых построили этот подземный командный центр? Вы увидите снимки из личного архива Чаушеску, которые мало кто видел до сих пор. За золотыми воротами личная жизнь Николая Чаушеску. Николая Чаушеску купался в роскоши. Ничто не ново под солнцем. Многие национальные лидеры жили в роскоши в то время, когда их народы прозябали в бедности. В этом здании среди смеси произведений искусства и дурного вкуса жил человек, который с ловкостью шоумена провозгласил себя гением Карпат. Мы нашли множество слащавых кадров в личном архиве Чаушеску. Вот он гуляет среди пышной весенней растительности. На первый взгляд, прямо ваши любимые бабушка с дедушкой. Чаушеску любил фотографироваться со своей преданной обслугой, стоявшей на почтительном расстоянии. Между Николая и Еленой была поразительная гармония. Семья Чаушеску была единой командой, но дьявольской. Николая рано вступил в ряды коммунистов. Он неоднократно оказывался в тюрьме за свое бунтарское поведение. Когда коммунисты захватили власть в Румынии в 1946 году, он уже был женат на Елене Петреску. Она, как и муж, тоже была родом из бедной семьи. Они вырастили трех детей, двух мальчиков и девочку. Николай быстро поднимался наверх в партийной иерархии. В 1965 году он стал популярным первым секретарем. Румыны рукоплескали его обещанию придерживаться независимого курса в Варшавском договоре. Все они питали глубоко скрываемую антипатию к Советскому Союзу. Первые трещины в этой идеальной семье остались почти незамеченными. Разве только Нику, их любимый младший сын, отличался пристрастием к выпивке и женщинам. Он стал наследным принцем отца. Двое других детей постепенно лишились милости. Дочь Зоя связалась с диссидентскими студенческими кругами. Старший сын Валентин исчез из виду. Он учился за границей и не питал пристрастия к марксизму. Последний раз он появился на пленке, когда женился на дочери одного из приближенных отца. Но мы забегаем вперед. Сейчас еще 1966 год, и пока что чита Чаушеску наслаждается своим садом. Николай готовится выйти на международную сцену. Первым делом он навестил болгарского лидера Тодора Живкова. Чаушеску был осведомлен о тесных дружеских отношениях между Болгарией и Москвой. Он приехал потому, что хотел стать звездой на международном небосклоне, и ему хотелось получить пару уроков от старого профи. Живков хорошо знал, как нужно устраивать впечатляющие политические ритуалы. Чаушеску получил рецепт правильной смеси показного гостеприимства, фольклорных празднеств и большой охоты на степных просторах. And
Однако, кроме этого, Чаушеску сумел добиться некоторых политических целей. Он ковал дружбу с Живковым в надежде предотвратить мечту Живкова об объединении Болгарии и СССР. Слияние двух стран раздавит находящуюся посередине Румынию. Западные наблюдатели с растущим уважением наблюдали за независимым положением Чаушеску внутри коммунистического блока. Киноархив Чаушеску свидетельствует о выученных уроках. Его шоу во время визита Живкова в Румынию в точности копирует его собственную поездку в Болгарию с одной существенной разницей. Почетному гостю отведена вспомогательная роль. Чаушеску первым вышел из поезда. Пока Живков получал свою порцию приветствий от встречающих, Чаушеску нетерпеливо тянул его за рукав. После этого Чаушеску устроил то же самое, что и Живков. Фольклор, приветствие, ну и так далее по списку. Однако ученик хотел превзойти своего учителя. Он подготовил все то же самое, но в большем объеме. Он подготовил длиннющие шеренги встречающих и огромную автоколонну. Охота тоже была намного серьезнее. Румыния не стала опускаться до фазанов и зайцев. Она предложила охоту на медведя. Глядя на поразительное количество добычи, можно подумать, что в Румынии изобилие медведей. Однако это не так. Охота на такие трофеи строго регламентирована. Но Чаушеску пустился во все тяжкие. Он устроил королевскую охоту с соблюдением правил посвящения новичков. Чаушеску приказал побить себя с видимым удовольствием. Визит Живкова можно было считать большим успехом. Чаушеску сдал первый экзамен руководителя с видимым триумфом. Даже прежняя партия встречающих на станции выглядела свежо, несмотря на целый день ожидания. Возросшее эго Чаушеску стало заметно во время получения подарков на его 50-й день рождения в январе 1968 года. Прошли дни тихого семейного торжества. Теперь он получал поздравительные письма мешками и целые горы дорогих подарков. Его дом превратился в палату сокровищ. Елена ликовала. Ее жадность даже превзошла таковую ее мужа. Население уверили, что самые ценные подарки попадут в специальный музей. На самом деле Елена препятствовала созданию музея. Дни рождения Читы Чаушеску стали национальными событиями. Тем временем Чаушеску завел привычку избавляться от соперников. На кадрах фильма о 50-летии Николая мы в последний раз видим бывшего президента Стойко. Вот он, с лысой головой. Стойко уже потерял работу из-за пристрастия к алкоголю, однако Чаушеску хотел уничтожить его окончательно. Он приказал секуритате найти доказательства того, что Стойко не просто дружит со своей племянницей. Под тяжестью доказательств Стойко застрелился. Были сняты даже приготовления к праздничному ужину в семье. Многие из нас осмелятся положить персидский ковер на кухне. Вся семья в сборе. Мать и отец Николая проделали долгий путь из своей лачуги на юге Румынии. Мать Елены тоже здесь, с выводком племянниц и племянников. Дедушку Андруза нужно сдерживать. Он известный любитель спиртного. Елена приняла строгие меры. Она приказала закрыть все пивнушки по соседству. Также она поступит в дальнейшем с двумя ночными клубами в Бухаресте, которые не позволят ее сыну Нику слишком часто напиваться. В данном случае Елена и Николай поднимали тосты без остановки, что не слишком сочеталось с их официальным образом трезвенников. К концу вечера госпожа Чаушеску явно перебрала.
Когда гости уходили, она не смогла скрыть этот факт. Охота занимает видное место в киноархиве Чаушеску. Для нее выделили огромный штат и специально выращивали птиц. Чаушеску наслаждался богатствами и развлечениями. Благосостояние народа не слишком его заботит. Жажда личного обогащения стала маниакальной. В молодости у него были правильные намерения, а теперь он становится одержимым манией власти, и даже удачная охота не могла остановить его. Он начал создавать силы безопасности из бедных сирот, преданность которых он покупал значительными привилегиями. Потенциальные соперники один за другим уходили со сцены. Премьер-министр Маурер уже не охотился с Чаушеску за фазанами. Единственной наградой за то, что он привел Чаушеску к власти, стала фабрикация слухов и лжи, вынудивших его уйти в отставку. Любимым местом отдыха Чаушеску была эта вилла в Снагове. Он страстно увлекался коллекционированием домов и поместий. На пике своей власти он владел полудюжиной официальных резиденций и примерно 40 дополнительными зданиями. Румынский лидер не был ботаником. Он называл ромашки свинячьим пуканьем. Это всегда забавляло Елену. Чита Чаушеску экономила на штате своих домов. Зачастую там жил один привратник, который никогда не знал, в какой момент может пожаловать клан Чаушеску. Только большие поместья, такие как это в Снагове, были полностью укомплектованы. Здесь селили высокопоставленных гостей, таких как президент Никсон, или близких друзей, вроде премьер-министра Манеску. На этих ранних кадрах видно, что Нику уже зарекомендовал себя любителем поесть и выпить. Манеры за столом были непринужденными. Чаушеску мог есть салат пальцами. Пока что отношения Чаушеску с дочерью Зоей были мирными. Однако, став студенткой в Бухаресте, она скоро открыла суровую правду жизни вне стен дворца. Елена еще не участвовала в политике. Она довольствовалась ролью первой леди до тех пор, пока после визита в Аргентину в 1973 году не возомнила себя второй Изабель Перрон. Снагов был не только местом отдыха Читы Чаушеску. Это был главный центр по производству продуктов для них. Одна из причин, почему Николай был привязан к этому месту, кроется в том, что он доверял местным крестьянам. Он патологически боялся быть отравленным политическими врагами. Во всех путешествиях его сопровождал специалист, который проверял качество еды с помощью переносной лаборатории. А вот любимое занятие в Снагове – заставлять проигравших в карты исполнять дурацкие желания. Сегодня его заставили лезть на дерево. Премьер-министр Манеску тоже проиграл. Лето проводили в Карпатских горах. Обычно вместе с ними отдыхали родственники и политические друзья. Они выглядят как счастливая группа.
Чита Чаушеску обожала румынскую деревню, ведь здесь были их корни. Такое расслабленное времяпрепровождение прятали от молящих глаз. Куда бы Чаушеску ни отправлялся в горах, эта местность очищалась от народа. Внутри этого круга Чаушеску был окружен группой нахлебников, которые восхваляли его образ ответственного и достойного государственного деятеля. Если Чаушеску и есть чудовище, то он явно не выглядит так. Однако это беспощадный лидер банды убийц. Сердечная атмосфера — это иллюзия. Чаушеску не доверял ни одному человеку из своего окружения. Он прекрасно понимал, что его власть держится за счет тех людей, которые преследуют свои интересы. Они прилипли к его власти, однако они были ему нужны. Păi numai tot o dată omul e greu, fă mai bine așa cum îți spun e. Dă-i cu șprițul până la zi, Чаушеску не сделал ничего конструктивного даже за время первой половины своего правления. Все его поступки были эгоистичными, и ни один из них не давал ничего позитивного. Он даже не сформулировал свой вариант коммунизма. Все было подготовлено его предшественниками. Он просто унаследовал структуру, уже привычную для коммунистического мира. Для Румынии наступили тяжелые времена. Это были годы отчаяния и беспросветного будущего при правлении одного из самых жестоких диктаторов в современной истории. Чаушеску наслаждался гулянками, пока его страна все глубже погружалась в хаос. Для Чаушеску жизнь была шахматной игрой. Он играл, чтобы победить, даже если нужно было смошенничать. Кроме Елены, он практически никому не доверял. В игре участвовало его окружение и даже дети. Он был лишен сантиментов. Жертвой его мрачного курса стали дети Румынии. Он уничтожил их среду обитания, здоровье и, наконец, самоуважение. Эта удостоенная награды фотография Антонио Суау говорит сама за себя. В конце 60-х Чаушеску затеял насильственное развитие промышленности. Последствия оказались катастрофическими. Замечательные пейзажи и богатое сельское хозяйство были разрушены. Отчаявшиеся крестьяне переезжали в города, однако не могли найти там ни работы, ни образования. Нищету приумножал запрет Чаушеску на аборты. Работы было мало, а затраты росли. Нужно было кормить лишние рты. А что президент? Он продолжал развлекать себя и своих дружков. Пока народ загибался, клан продолжал создавать свою империю, пуская пробки шампанского в потолок и резвясь на снегу.
На закате, закопанный в угли от костра котелок со сливовицей, помогал лечиться от похмелья и придавал отваги перед следующим днем лжи и репрессий. Клан поливал своего лидера нескончаемой лестью. Чаушеску теперь стал первым из всех героев матушки Родины. Он называл себя современным Домнитором в честь одного румынского дворянина, прославившегося добрыми делами в далеком прошлом. Понятно, что Домнитор Чаушеску был провозглашен великим благодетелем нации. Мятеж в Чехословакии позволил Чаушеску укрепить свою репутацию как в Румынии, так и за ее пределами. Он отказался участвовать в подавлении беспорядков вместе с Варшавским договором. Со стороны это было похоже на героический поступок. На самом деле Чаушеску и Кремль вступили в сговор. Они хотели обмануть Запад и Китай, которые увидели в Румынии союзника, и получить доступ к разведывательной информации. Уже в 1969 году в Бухарест приехал Никсон, а в 1971 году Чаушеску посетил Китай. Чаушеску был польщен почестями, оказанными ему в коммунистическом Китае. Он навсегда запомнил грандиозную картину массового обожания. Здесь было чему поучиться, чтобы применить подобное потом в родной стране. Все вокруг поражало своими гигантскими размерами. Искусство было превращено в политический инструмент. Китайские артисты должны были поощрять народ активнее трудиться и лучше сражаться. В Северной Корее жизнь была еще более регламентирована. Не только артистов, но весь народ учили прославлять коммунистических лидеров. Чаушеску был поражен. Он хотел ввести у себя нечто подобное, высшее утешение собственного эго. Следующее празднование Дня независимости в Бухаресте было только началом. Однако масштабность обернулась безразличием. Чем больше людей заставляли восхвалять Чаушеску, тем больше становилась пропасть между ним и народом. Чаушеску решил позаимствовать на Дальнем Востоке культурную революцию. Он начал использовать искусство для прославления национализма собственного вида и заставлял все население следовать ему. Теперь Чаушеску было не остановить. Он распространил концепцию культурной революции на румынскую экономику. Его страна должна была стать образцом промышленной самодостаточности. В буквальном смысле все производилось в Румынии от кроссовок до электростанций. Огромные деньги вкладывались в малоприбыльные сталепрокатные и нефтеперерабатывающие заводы. На потребности народа никто не обращал внимания. Такие товары массового спроса, как белый сахар и растительное масло, стали дефицитом. Сокращались поставки электричества. Жизнь в Румынии стала нищенской.
Многие западные правительства продолжали считать Чаушеску диссидентом. Дипломатический корпус считал за великую честь получить приглашение на ежегодное охотничье празднество. Должно быть, холодная война затуманила их разум. Зато Чаушеску и Кремль были счастливы. Они продолжали свои шарады. Чаушеску сохранял свою символическую роль борца против доминирования русских в Восточной Европе. Он неустанно повторял, что не запачкал сапог, когда Советы прижали коленом горло Чехословакии. Кроме того, он был единственным, кто не пустил советские войска на свою территорию. В награду Запад снабжал его обильной разведывательной информацией, которую Чаушеску незамедлительно передавал в Москву. Однако некоторые дипломаты отмечали разрушительное влияние эго Чаушеску на страну. Его разновидность коммунизма душила культурную жизнь. Сам Чаушеску стал главным героем живописи, театра и даже поп-музыки. Хоры исполняли религиозно звучащие гимны, прославляющие великого румынского домнитора. Искусственная осанна, которую клан Чаушеску пел гению Карпат, западным наблюдателям казалась чрезмерной. Однако они просто усмехались, слыша такие эпитеты, как «кладезь мыслей» или такие смешанные метафоры типа «великий кормчий коммунистического стада». Лидеры Третьего мира привыкли считать себя ревнителями Золотого века. Одним из самых любимых слоганов Чаушеску был такой: «Я поведу свой народ к вершинам мира». По кадрам из архива видно, что дипломаты резвились во время охотничьих вечеринок. Иностранные гости выстраивались в очередь, когда Чаушеску проводил традиционное посвящение новичков. Жена Елена выбрала теперь для себя более значимую роль. Имея за плечами всего 4 года сельской школы, она вполне естественно стала страстной коллекционеркой всевозможных академических званий. Она стала активно вмешиваться как в науку и образование, так и в культуру и духовную сферу. Этот румынский возничий тем временем вызвал в стране огромную безработицу. Баланс между сельским хозяйством и промышленностью был окончательно разрушен, и крестьяне столкнулись с невыполнимой задачей, когда Чаушеску приказал им удвоить урожаи. Президент гордился своей крестьянской хваткой и решил посеять на одном акре в 2 раза больше семян. Однако вместо благоденствия этот гений породил голод. Ростки на полях душили друг друга. Тем временем собственный побег семени Чаушеску, Нику, все больше увлекался дорогими сортами виски и явно отдалялся от семьи. Родители, похоже, не обращали внимания на поведение своего наследного принца. С ростом их статуса падал их моральный уровень. Клан Чаушеску требовал себе все больше привилегий. Они катались на прогулочных катерах по огромному озеру рядом с поместьем в Снагове. Гостиницы и строения на прилегающей территории были предназначены для членов секуритата и высших эшелонов партии. Ближайшие деревни были разрушены. Чтобы Чаушеску мог спать без помех, голосистым петухам свернули головы. Ничего святого для них не существовало. Все вокруг принадлежало Чаушеску. И по-прежнему тяжелее других приходилось детям Румынии, которых вы видите на другой фотографии Антонио Сюайю. The
Западный мир уважительно относился к Чаушеску. В то время, когда средний румын практически был заперт в своей стране, Чаушеску путешествовал по всему миру. Он посетил более 100 стран. Западная пресса аплодировала мятежнику внутри Варшавского договора. Чаушеску стал политической звездой, чего он всегда желал. Елена тоже витала в облаках. Она провозгласила себя самой уважаемой и любимой дочерью румынского народа. Румынская правящая чета гостила у мэров, министров, президентов и королев. Чаушеску особенно интересовался промышленными объектами за границей. Он обожал новейшие технологические штучки. Он привозил домой столько иностранных патентов, сколько мог добыть хитростью и бесплатно. По его извращенной логике, все это принадлежало рабочему классу. Но Чаушеску ни разу не посетил обувную фабрику. Он не хотел, чтобы хоть что-то напоминало ему о его скромном начале. Чаушеску не просто копировал поведение великих политиков мира сего. Заодно он старался копировать роскошный стиль их жизни. Его моделью стал президент Северной Кореи Ким Ир Сен. Если он заводил себе яхту, Николая делал то же самое. Румынский флаг развивался над игрушечным флотом Чаушеску. Тем временем амбиции Елены простерлись до поста премьер-министра. Она не испытывала никакого уважения к своим соотечественникам. Называла их червями, которые недостойны стать удобрением под ногами ее мужа. Николай возвышался над своим народом. Они слишком глупы, грязны и слишком примитивны, чтобы быть достойными таких гениев. Чтобы поднять Румынию до своего уровня, Чаушеску нужно было в два раза больше населения. Он принял решение увеличить его с 20 до 35 миллионов. Запрет абортов и закон, обязывающий каждую семью обзавестись 5 детьми, должны были вывести Румынию в Лигу Великих Наций. У семьи Чаушеску было огромное количество одежды. Елена была одержима манией приобретательства, а ее муж никогда не надевал одну вещь дважды. Эта привычка появилась у Николая после того, как Фидель Кастро рассказал ему об опасении, что ЦРУ смажет ядом его обувь. Чтобы избежать подобного, Чаушеску разместил в своем гардеробе 365 пар обуви, наглухо запечатанных в пластиковых мешках. В конце каждого дня использованную одежду помечали красными чернилами и сжигали. У Чаушеску было больше бронежилетов и брюк, чем заслуживающих доверия друзей и сотрудников. Его клан был небольшим и не слишком умным. Президенту был нужен опытный управляющий, способный вывести Румынию из социально-экономического кризиса. С другой стороны, любой достаточно квалифицированный гражданский специалист мог стать его соперником. Чтобы предотвратить подобные амбиции, он отправлял хороших людей в посольство подальше, за границу. Или они внезапно
внезапно умирали от загадочных болезней в дальних провинциях страны. Неудивительно, что его запас новых талантов скоро истощился. Ввиду такой некомпетентности он был вынужден назначать на один пост нескольких человек. Одним только промышленным сектором управляли шестеро министров. Однако они были так заняты борьбой между собой, что у них не оставалось времени на выполнение обязанностей. Такая хаотичная административная политика привела к непотизму. Властитель назначал на должности своих сыновей и племянников. В конце концов, не более 20 официальных лиц получили посты согласно своей квалификации. Чаушеску назначил более 40 родственников на главные административные посты. Он создал гигантский аппарат для контроля над всеми аспектами общественной жизни. Ресурсы распределялись не согласно запросам и необходимости, а по принципу фаворитизма. Коррупция проникла во все слои общества. Обширный круг конъюнктурщиков вокруг Чаушеску столь глубоко погряз в коррупции, что выхода уже не было. Их выживание зависело только от сохранения нынешнего статус-кво, который они называли «золотым веком Чаушеску». Николая и Елена Чаушеску остались неразлучными до конца. Единственное, что вызывало у них споры, это порнография. Елена любила смотреть снятые секьюритаты кадры интимных отношений ее домашних или иностранных дипломатов. Чаушеску этого не любил. Героем его тщательно подобранной фильмотеки был современный телевизионный детектив по имени Кожик и его старый коллега Адольф Гитлер. Чаушеску был очарован речью Гитлера на открытии Олимпийских игр 1936 года в Берлине. Стиль Гитлера отчетливо проступает в его выступлениях. Чаушеску, как и Гитлер, продавал свой народ за наличные. Он торговал в основном евреями и немцами. Выкуп за право эмигрировать составлял десятки тысяч долларов. Израиль и Германия охотно платили эти деньги. Одна особенно важная личность обошлась дороже всех. В обмен за него Чаушеску получил на свой личный счет в швейцарском банке более полумиллиона долларов. Золотой век Чаушеску был золотым только для него. За роскошным фасадом его империи тысячи отчаявшихся родителей бросали своих новорожденных детей в надежде, что они выживут в интернатах. Вероятно, чита Чаушеску знала о быстром обнищании Румынии и страданиях ее народа. Но они так отгородились от всего, что это становилось больше похоже на безумие. Они не желали слышать даже о проблемах своих детей, Валентина и Зои. Тем временем их наследный принц стал министром по делам молодежи. Кроме того, Нику стал кандидатом в исполнительный комитет партии и должен был занять видное место в отцовской игре. Раз за разом Чаушеску все крепче затягивал петлю на шее румынского народа. Новый виток произошел в тот момент, когда он решил выплатить международные долги Румынии в рекордный срок. Он хотел почистить бухгалтерию. Он приказал выплатить 15 миллиардов долларов долга, хотя эти деньги были нужны для закупок продовольствия для его голодающего народа. Порочная охота за иностранной валютой привела к продаже за границу румынских сирот, если за них предлагали хорошую цену. Магазины были пусты, если только, естественно, вы не интересовались обычной жизнью великих и могучих лидеров партии, и их снабжение было нескончаемым.
В то время как Румыния голодала и замерзала, Чаушеску и его приспешники отмечали Новый год с привычной роскошью. Они услаждали себя всевозможными деликатесами, в то время как рацион средней семьи из 7 человек составлял 5 яиц и 50 граммов масла в месяц. Соевые продукты заменили традиционную здоровую пищу. Однако они вызывали заболевания желудка. Даже собственный министр здравоохранения Чаушеску заявил, что они вредны для здоровья. Боссы Секуритата вошли во вкус своего сказочного режима. Они могли отдыхать спокойно. При такой обширной сети информаторов только безумец мог осмелиться открыть рот. В начале 80-х иностранные средства массовой печати наконец-то осознали размеры кризиса. Команды телевизионщиков смогли передать кадры жизни страны, снятые скрытыми камерами. Вечеринки проходили одна за другой, и во внешнепуританской семье Чаушеску стали заметны признаки алкоголизма. Беззаботный стиль жизни первого семейства причинял невыносимое горе. За золотыми воротами обычный народ беззащитной Румынии прозябал в кабале. По мере того, как Зоя все глубже погружалась в пучину пьянства, ее отношения с родителями ухудшались. Во время учебы на математическом факультете она стала свидетелем ужасных страданий обычного народа. Она была потрясена при виде длиннющих очередей в продуктовые магазины. В больнице она не поверила своим глазам. На одной койке лежало по 2-3 пациента. Ее родители отказывались слышать о подобных вещах. Когда Зоя узнала, что ее знакомые диссиденты-студенты арестована Секуритате, она отказалась от своей фамилии и попросила называть ее просто мадмуазель Зоя. Она превратилась в откровенного бунтаря. Мать Елена попыталась найти ей подходящего жениха, чтобы вернуть в лоно семьи, но Зоя просто рассмеялась в ответ. Елена приставила к дочери агентов Секуритате. Даже в «Мерседес» Зои поставили микрофоны. Тем временем международная пресса обрушилась на Чаушеску. Тон репортажей и публикаций стал откровенно резким. Тогда румынский лидер попытался устроить театр. Он приказал тайной полиции набить товарами несколько избранных магазинов, чтобы устроить шоу для иностранных журналистов. Однако на сей раз журналисты не дали себя одурачить. В отместку Чаушеску выгнал их из страны. Негативное отношение прессы вскоре возымело эффект. В 1984 году западные дипломаты проигнорировали парад в честь Дня независимости. На кону была репутация Чаушеску. Парад 1984 года отмечал 40-ю годовщину освобождения во время Второй мировой войны. Это было строгое мероприятие, лишенное всякого вдохновения. Устроители празднества не осмелились возразить столь беззастенчивому восхвалению роли Чаушеску. Однако южный темперамент румын был плохо приспособлен для безропотного подчинения. Их мрачное настроение резко контрастировало с грандиозностью мероприятия. Как же Чаушеску удалось заковать в кандалы своих жизнелюбивых, независимых и смелых соотечественников? Просто он создал атмосферу гнетущего страха. Чаушеску смешал расовые предрассудки с боязнью иностранного вторжения. Только он мог поддерживать равновесие между румынами и венграми, немцами и евреями. Только он мог держать советы на расстоянии. Только Николай Чаушеску мог гарантировать будущее Румынии. Вначале румыны верили ему. А чтобы страна не очнулась, все под контролем Секуритате. Thank you.
Пленка запечатлела редкие вспышки сопротивления. В конце 70-х восставшие шахтеры забросали Чаушеску камнями. Сначала он задобрил их щедрыми обещаниями, а затем секуритате закрутила гайки, убив лидеров мятежа. Больше шахтеры не посмели восставать. Когда к власти в СССР пришел Михаил Горбачев, румынский лидер ощутил давление даже со стороны своего близкого союзника. Горбачев вызвал Чаушеску в Кремль. Меньше всего Варшавскому договору сейчас была нужна румынская бомба замедленного действия. Униженный и разозленный Чаушеску позже хвастал, что он осмелился возражать Горбачеву, предлагая тому навести сначала порядок в собственном доме. Неугомонный Чаушеску продолжал свой пагубный курс. Он уничтожал целые деревни, чтобы превратить их в сельхозугодья. Нищих крестьян переселяли в блочные дома. Оставшись без земли, многие из них кончали жизнь самоубийством. Одной из больших ошибок Чаушеску было его пренебрежение заботами о здравоохранении. По всей Румынии распространился СПИД. Более того, Чаушеску не заботился даже о собственных детях. Его старший сын Валентин, как и дочь Зоя, пытался достучаться до отца, но был отвергнут. Вот редкий кадр с Валентином, он в синем джемпере. В архиве Чаушеску его практически не видно. Когда его отца не стало, ему единственному разрешили жить в поместье родителей. Кроме всего прочего, Чаушеску был подвержен фобиям. Он также боялся своего народа, как народ боялся его. Он был убежден, что КГБ облучает своих врагов радиацией, после чего они умирают от рака. Он избегал контактов с людьми, а после каждого рукопожатия умывал руки спиртом. Он страдал от болезни гортани, причину которой никак не могли определить. У него были острые приступы диабета, и, возможно, рак простаты. В любом случае, Чаушеску был болен. Хотя ему нравилось называть себя «кладезь мыслей», он превратил свою охоту в бесконечную резню. Страстно желая крови, он специально охотился на самых больших и жестоких животных. Румынских медведей ему уже было мало. Он хотел сразиться с громадным гризли. Их привозили прямо из Канады. В поисках пропитания эти чудища губили людей. Однако тому, кто застрелит гризли, даже в целях самозащиты, грозил штраф в размере 3-годичной зарплаты или длительное тюремное заключение. Все трофеи принадлежали только Чаушеску. Если количество добычи было мало для удовлетворения эго Чаушеску, егеря могли остаться без работы. Коррупция власти заразительна. Махинации Чаушеску и его клана лишь подливали масло в огонь. Без взятки теперь ничего нельзя было совершить. К обещанным горным вершинам Чаушеску вел только стадо собственного клана. Они были одержимы манией убийства. Редких животных, занесенных в Красную книгу, отстреливали, как уток в тире. Пропало ощущение честного спорта. Чаушеску стрелял по горным козлам прямо из фуникулера. Для него не было никаких законов и правил. Он уничтожал дичь даже в темноте, используя прибор ночного видения. Эта забытая груда мрамора стала последним мемориалом Чаушеску. Его строили более 20 тысяч солдат.
Сотни лучших каменщиков вытесывали его бесценные украшения. Точная цена этого неизвестна. Всеми счетами ведала Елена Чаушеску. Называется приблизительная сумма в 6 миллиардов долларов. Но это лишь половина дела. Никакие деньги не вернут исторический центр Бухареста, который снесли, чтобы выстроить тотемный дворец Чаушеску. Никто не знает, что теперь делать с этим самым большим строением на Земле. В декабре 1989 года для героя всех героев румынской матери Земли опустился занавес. Еще предстоит узнать, кто стал создателем этого восстания. Только ли один румынский народ устроил это? Скорость проведения операции наводит на размышления. Такого рода задача по плечу только опытным командос типа Горбачевского спецназа. Даже секуритате, похоже, потеряла контроль. Посмотрите, как через секунду головорез из секуритата скажет хозяину, что нужно спасать свою шкуру. Но слишком поздно. Через несколько дней Читу Чаушеску поймают и казнят. Однако румынам было рано радоваться. Новые лидеры пошли по стопам старых властных структур. Мрачные корни Чаушеску еще целы. Румынии далеко до полного освобождения. Режиссер Эндрю Новамски, продюсер Конрад Шефтер, композиторы Джерард Стокинг и Том Бахман. Алло! 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 Товарищ! 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 Товарищ!